Пройдите в ближайший контрольный пункт и оставайтесь там, пока станция не примет нормальное положение. То, что надо.
Эй, есть тут кто? Здесь хоть что-нибудь работает? Тернер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи.
Юлия? Джонс, после многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов, и разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Все на куски разваливается. Наверняка впереди выход.
Отключил последний источник питания. Еле нашел. Приходи, когда закончишь. Мне осталось починить затвор, и можно валить отсюда. Давно пора. Надоело спать на скамейках. Уже шорохи всякие мерещатся. Собственной тени боюсь. Короче, возвращайся скорее. Тернер, опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру, пусть проспится. Подать жалобу. Жалобу этому, короче, самому большому начальнику. Меня звать Зак Уотсон. Уотсон! Понятно? Жалоба, короче, такая. Я жалуюсь на службу безопасности. Вообще-то они должны нас защищать. Это их работа. Когда на станцию пробралась какая-то хрень. Ни одна собака не знает, кто это. Никто ничего не знает. Двери заперли. Спрятались и сидят. Люди, мне страшно. Это кобздец, как мне страшно, люди. Я замерз уже, как цуцик. Мне это нужно больше, чем тебе.
непрашиваемого хайст. Я правильно сказал? Хайст? Слышь, друг, если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надолго засядем. Меня интересует твой капитан. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Нет? Будем в молчанку играть? Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Руки вверх! Ладно, ладно. Я Рипли. И откуда ты? Рипли! С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Ну? Ха, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка, только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе такого и не снилось. И кто же? Убийца! Ясно? Ясно. Как? Как тебя зовут? Аксель. Мы шли через открытый космос. Втроем. Ты должен помочь мне найти своих. Их отнесло взрывом. Чё? Ну, ты хорошо тут все знаешь. В смысле? Мне-то что за радость? Возьмем на корабль. А вдруг ты врешь? Сначала мне нужна связь. Надо связаться с кораблем. Сегодня твой счастливый день. Пошли, сестренка. Связь будет в технобашне. Отсюда далеко, но мы попробуем добраться до транзитной линии через грузовой терминал. Только осторожно. В грузовом можно найти проблем себе на задницу. Ну, пошли. Давай, я не намерен тут долго торчать. А, так это ты за мной шел? Ну, я держался подальше, чтобы не рисковать. Держись рядом. Что? Эй, а ну стоять! Тихо, тихо. Мы не хотим проблем. Кто вы? Я Том, а это Джерри. Нечего тратить время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, простите. И удачи вам. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Так оно надежней. Надеюсь, про корабль ты не соврала.
Погоди, сейчас лифт открою. Дай-ка я. Тут надо умеючи. Лаской. Ну, чего ждешь? Жми на кнопку. Следующая остановка – грузовой терминал. Давай-ка потише. Мало ли на кого нарвемся. Давай-ка ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Слушай, душа, давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться сколько захочешь. Вот именно, в мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. У нас тут убийца. Убийца? Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да что за убийца-то? Маньяк? Нет, кое-кто похуже. Монстр. Надо выход искать, а мы тут фигней страдаем. Депух, нет никакого выхода, а тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Зря мы это сделали. Понятно, мы хотели есть, но нельзя же так. О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Спать надо. Я так долго не затяну. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Да неужели? Я тебя не держу, подруга. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Пушки мне для красоты. Надо же что-то делать. Надо. Известно что. Выживать. Ну и весь народ как с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх человеком делает. Да уж поняла. Ты что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что может пригодиться. Кто знает, будет ли другой шанс. Я тут уже неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Тут местами темень, хоть глаз выколи. Так что возьми фонарик. И батареек взять не забудь. Только не включай, где попало, а то нас заметят. Пошли. Сюда. И что теперь? Я посторожу. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Давай, осмотрись. Эта шахта — единственный выход. Найди ее.
Аксель, это она? Погоди, я сейчас. Я знал, что она где-то здесь. Видишь? Я же говорил. Идем. Лучше тут не задерживаться. У вас тут все ползают по вентиляции? Только те, кто хотят жить, детка. Как говоришь, корабль-то называется? Тихо! Там кто-то есть. Да, принято. Так точно. Надо идти к остальным. У них там проблемы. У них там вечные проблемы. Пошли. Лучше его не злить. Все время мерещится, что эта тварь прямо за стенкой. Иди за мной! Так, теперь тихо. И фонарь не включай. Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Их много, и у них пушки. Не завалим. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Как? Устроим диверсию. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять, в чем дело. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Класс. Кто последние запасы проверял? Ну я. А что? Ничего к рукам не прилипло? Не понял. Ты чего несешь? Эй, ничего он не брал. Я был рядом. Мы не досчитались. Еды, боеприпасов, медикаментов. Значит, точно кто-то левый залез. Этого не хватало. Мы же так хорошо тут спрятались. Черт! Ну а замок-то, который Джот смастерил? Он цел, я только что проверил. Надо быть начеку и держать оружие наготове. Кто сообщит об этом боссу? Босс? Да он обычный продавец. И что? Ты на его место хочешь? Он этого не говорил. Я говорю. А ты поменьше говори, за умного сойдешь. Идем. Надо проверить остальные запасы. Генератор сдох. Что, сам взял и сдох? Там кто-то есть. Посмотрим. Все за мной. Вроде не сломан. А ты это как понял, Эйнштейн? Ну, если бы он сгорел, подымился бы. Но почему-то не пах. Может, предохранитель сработал. Или крыса залезла и нажала на аварийное отключение. Крыса? Нихреновая должна быть крыса. Ну не знаю я. Нет, это кто-то шутки шутит. Тот же шутник, что нас обокрал. Что-то как-то стрёмно. Ничего, у нас пушки. Молодец, Ребли. Сюда. Потише, они еще рядом. За мной.
Далеко еще? Надеюсь, твой корабль не улетел. Что не такого ты ждала от Севастополя? Меня тут вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Дверь обесточена. Эти уроды нас заперли. Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму здесь, а ты иди ко второму пульту. Ладно. Готово? На счет три. Раз, два, три. Аксель, сзади. Что? Попался! Все сюда! Поймали ворюгу! Думаешь, можешь переть все, что плохо лежит? Уберите руки! Черт! Пошли! Сейчас остальные явятся. Надо валить! Живо! Ах вы сволочи! Бежим! Стреляйте! Он, походу, мертвый! Они его убили! Ты же его убил! А иначе он убил бы меня! Тут или ты, или тебя! Ты понимаешь? Что такое? Кто-то есть. Аксель. Это что за херня?